Я в это время двигаться не могу, то есть я могу просто вот так вот взять. На! Оп, минус урок, на, по башке, ну-ка. Я ее убил! Так ей надо, ну. Серьезно? Ебая жесткий. Не, ну так ей надо, а шо она стоит бубенцами там своими звенит? Так нельзя, девочка, сюрпризом, я тебя закончу за это. Че это такое? Фотка. Блин, прикинь. Маленькая принцесса, вот ей на... Я что, свою сестру убил? Мои руки в крови опять. Был ли шанс спасти тебя? Не, наверное, это не сестра, я думаю, иначе бы он расстроился побольше. Элли, я убил принцессу короля, ну все, нам с тобой кранты. Они сами могут достать жертвы. Я убил принцессу короля. Вряд ли хорошая новость. А-а-а, по голове горшком, но это же демон. Как бы, я не думаю, что горшком по голове сработает на демоне. Воу! Ты что наделал? Пак! Нет, блин, я ее убила. Надо было в другую сторону, да, бросать? Или это должно было произойти? И вдарю ему хорошенько по его черепушке. Ой. Мяу, 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 мяу. Чё-то как-то я вообще этого не планировал. Я убил девку. Я девку убил, замочил. Рогом. Да уж. Дерьмо случается. Мне, например, ее вообще не жалко. Эта гадина пришла ко мне домой, ранила или даже, возможно, убила нашего батю, ну, батю-героя, и утащила сеструху. Так. Маленькая принцесса, вот я и нашел тебя. А, так это все-таки еще и дочь короля. Да уж, неприятно вышло. Все, он сейчас идет. Смотрите, смотрите, сейчас как по красоте будет. Подходи вот сюда, наверное. Бум! Извините. И бабочка вылетела, видите? Так, проваливай отсюда. Вот это, ребят, поворот. И... мочи. Бум! Ой. Нифига себе. Ее рогом проткнуло. Она умерла? Кто ты? Бабочка? А можно было как-то не так кровожадно это сделать? Погоди, это девчонка с фотки! Маленькая принцесса, вот я и нашел тебя. Мои руки в крови. Опять. Был ли шанс спасти тебя? Элли в опасности. Если девочки охотятся в лесу, они и сами могут стать жертвой. Я должен спешить. Блин, а как? Давай я кину пораньше. На... А ты нахуя сестру-то убил? Ты чё, её не... А! Маленькая принцесса. Вот я и нашёл тебя. А, это принцесса. Мои руки в крови, блин. А был ли шанс спасти тебя? Бобёр тебе расскажет, блин. Ох, нихуя! Я только что убил дочку короля? Ну нахер. Я только что пизданул дочку короля? На! Блин, это же принцесса, которую мы должны были спасти!
Черт возьми. Черт возьми. Это же прямо она, смотрите на рисунок. Черт. Princess, маленькая принцесса. I found you. Вот я и нашел тебя. Ой, найс, мы девочку спасли. Ой, мы ее не спасли. Ой, ну это не смешно, ну пипец, мы ее убили, алло. Получай, сучка. А, точно, с нее как раз корона скинулась. О, да? Ну одну больше, одну меньше, там бабу этих монстры так дофига, ну. Главное, что не сестра, да? А на остальных женщин нам, как говорится, ну, плевать. Такой, маленькая принцесса. I found you. А, это принцесса. Посмотрите, какой упоротый Кэнди Бобер. А у этого парня голова, ну блин, крепкая, как орех. Бэмс! Воу, комбо просто! Получите оба! Жесть. Ой, жесть какая-то. Так, и вот эта демоническая бабочка, которая во всем виновата. Она вселяется в живых существ и начинает отдавать приказ. Блин, зверек тоже выглядит жутко. Немного поехавшим. Так, это... Маленькая принцесса, вот я и нашел тебя. Блин, король будет не в восторге. Я только что убил дочку короля? Ну нахер. Ой, найс, мы девочку спасли. Ой, мы ее не спасли. Я убил принцессу короля. Вряд ли хорошая новость.